Добрый день, друзья! Приветствую вас в городе-курорте Анапа. Я сегодня все-таки смог рейтингистов, как вы их называете, выманить из своего гнезда, ну, точнее, оторвать от работы, ребят. И сегодня немножечко Илья нам расскажет о том, что такое притяжение, что такое Южный 2. В конце видеосюжета вы увидите красивые виды на Анапу и пролет над ними. А также еще немножко пару слов о Южном. В общем, о трех ЖК в одном видеосюжете. Поехали! Привет, Илья! Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами находимся сейчас на улице Ленина. Справа от меня она находится, за моей спиной, начало Субсеха, Лысая гора. Это как, ну, новая правая часть Субсеха, получается, как она сейчас называется. Слева от меня новый комплекс, жилой комплекс, лучше, наверное, сказать, клубный дом притяжения, его правильное название. Состоит он из двух литеров. На пролете сейчас на данный момент заливается подушка первого литера. Он будет 7-подъездный, 4-этажный. Второй литер будет также 2-подъездный, также 4-этажный. Строительство ведется по федеральному закону 214. Давай немножечко пойдем. Строительство ведется по федеральному закону 214. Что еще сказать? Территория комплекса получается 1,2 гектара. Четырехэтажные здания. Чем он привлекательный? Чем он привлекательный? Ну, во-первых, то, что это малоэтажное строительство. Это самое привлекательное на данный момент сейчас для Анапы, потому что напротив него стоит 16-этажная Горгипия. И как бы я тоже против, чтобы строительство в курортном городе велось, ну, хоть оно и ведется такими масштабными темпами, ну, хотя бы, чтобы оно было малоэтажное. Все-таки ты на юг приезжаешь, а не какой-то Челябинск, да, я не знаю. От себя обратить немножко внимание, то, что здесь еще стройка только началась. Я не знаю, конечно, к ним это не к ним относится. Одни там сносят деревья, а здесь другие садят деревья. Еще только заливают подушки, это будет видно с квадрика очень хорошо. И можете посмотреть первые деревья. Давай поговорим о том, сколько здесь цена. Почему вот он такой, как бы, заинтересовал многих людей, этот притяжение, клубный дом? Смотри, цена у нас не особо дешевая. Студии по 60 тысяч рублей за квадратный метр. И при наличном расчете... Все, скидок нету, в расчете все, 60 тысяч рублей и все. Однушки 57, получается, тысяч. И также скидочку можно при наличном расчете 1000 рублей на двушки тоже. Что касается цена дешевая, дорогая... Скажи, блин, а как сейчас вообще происходит покупка, во-первых? Там бронируется жилье или уже заключается договорами? На данный момент проектная декларация до конца еще не готова, но в кратчайшие сроки она будет уже готова. И на данный момент можно только забронировать квартиру. Продажи еще пока на данный момент не ведутся. Давай озвучь цену брони. Бронь 6 тысяч рублей. Это, ну, оформление, юридическое оформление сделки. То есть Каскад берет за это 6 тысяч рублей. В нее входит составление договора долевого участия, составление предварительного договора, ну, так называемого договора брони. Госпошлина, хотя она там небольшая, 175 рублей у нас за долевку. И составление кадастрового паспорта и получение документов о собственности после сдачи. Количество парковочных мест. По парковочным местам на самой территории их будет, ну, минимальное количество. Точно еще до сих пор не знаю, ну, прям реально минимально, там, ну, может быть, несколько десятков. Ну, то есть, как видно на вот этом рисунке, что тут, можно сказать, нет парковки. Да. Подъезды есть, парковок нет. Сами парковочные места будут в 200 метрах от комплекса, это будет 200 парковочных мест. На данный момент еще неизвестно, платные они будут или бесплатные, но я думаю, что, скорее всего, бесплатные, потому что на самой территории парковочных мест не будет. Участок у нас 1,2 гектара, земля в собственности. Срок сдачи по проектной декларации конец 2021 года. Ну, строительная компания «Каскад» показалась на рынке тем, что свои объекты она сдает раньше, по той же привилегии, то, что она сдается раньше. Ну и вообще, в принципе, давайте будем реалистами, там четырехэтажные дома, шибко, ну, нечего строить, там никакой большой массивной техники кранов не нужно. Поэтому
Я, конечно, не знаю, но довольно раньше этот комплекс сдастся. Насколько точно, я еще не знаю. Будем смотреть по темпам строительства. С инвестиционной, ну, давай уже поговорим, для кого подойдет здесь квартира. Район Высокого берега сам по себе очень ветреный. Ну, мы даже здесь стоим сейчас. Как бы в Анапе шибко такого ветерка не было, но здесь он прохладный, дует с моря. Ты, кстати, говорил, почему он прохладный, потому что к нам Азовское... море заходит, да. Водичка, и водичка сейчас холодная, охлаждает воздух, когда он дует с моря, становится прохладно. Цена за студию в этом районе 60 тысяч. Да вообще, я думаю, что цены 60 тысяч – это немножечко дороговато для начала строительства, потому что, ну, в принципе, в этом районе можно, ну, в Южном, там, пролетали, 60, примерно, ну, это средняя цена 60-65, можно взять… Возле заправки Лукойла, которая находится. Да-да-да, можно взять квартиру предчистовую уже в готовом доме за 60. Я, конечно, не говорю уже про Гаргипию, готовую с ремонтом, там тоже… недорогие, ну, на данный момент цены по соотношению со строящимся домом и еще квартиры плюсом с ремонтом. Не говорю, что они там прям супер качественные, но в любом случае оно такое есть. Скорее всего, вообще как бы... Ну, 4 этажа здесь. Ну, 4 этажа, да. Комплекс не будет там какого-то прям супер бизнес-класса. Комплекс будет обычный, в каскадовском стиле. Они сейчас, кстати, на привилегию, надо с тобой скоро зайти будет, они сейчас сделали, на самом деле, тоже очень хорошую придомовую территорию, второй элитер сдается скоро, и можно будет поснимать. Давай. Ну, то есть, отметились они... Так, для кого ты так говорил, кому квартиру здесь подарили? Кому нравится район Высокого берега, потому что здесь пока какой-то своей инфраструктуры нет. Это единственный вон магазин, он от нас неподалеку, да, Пятерочка. Ну и как бы все, на самом деле все. Вот здесь Гаргипия 16-этажная построилась, вторая Гаргипия. Вот эта вся Гаргипия ходит в один магазин Пятерочка, как бы. Больше здесь какой-то своей инфраструктуры нету. Ближайший спуск к морю – это 800 ступеней. Ну, 800 и автокемпинг край, за ним там тоже 600. Так, для кого подойдет, опять же? Те, кто любит. С инвестиционной стороны, я не думаю, что шибко прям этот комплекс будет как бы дорожать. Ну, свои 10 тысяч вы в любом случае заберете за квадратный метр. Это, ну, железно, то есть, потому что цены растут и будут еще расти. Единственное, сейчас готовое жилье можно по этим же деньгам купить, поэтому, наверное, ну, более интересно, именно кому этот комплекс, то, что он будет четырехэтажный и такой интересный, да, скорее всего, можно. Ну, в любом случае, ждать. Ждать от полутора до двух лет. Либо в готовом построенном доме. То есть, какие-то инвестиции шибкие, я думаю, нет, это комплекс не для этого. Этот комплекс в основном для жизни, потому что планировки здесь хорошие. Скорее всего, утвержденные планировки разберем прямо на отдельном каком-то видео, и про визуализацию комплекса можно рассказать, где и с какой видовой стороны, ну, где какой вид, сторона света и где их лучше брать. Давай на Южный 2. Да, пойдемте на Южный 2. Итак, мы подъехали на жилой комплекс Южный 2, а вот как раз за, ну, перед нами получается одноименный жилой комплекс Южный. Это первый Южный. И вот, опять же, возвращаемся к тому, в этом готовом доме можно купить квартиру, ну, примерно от 60 тысяч. И за моей спиной стройка на начальном этапе, которой квартиры стоят также 60, 58, 56, ну, минимально это 54 большие трехкомнатные квартиры. К цене вернемся. Комплекс будет 20 корпусов будет. На месте, где мы стоим, будет парковка. Парковка тоже будет отдельно от комплекса. Посередине домов будут детские площадки. Примерно, ну, то же самое, как в Holiday House. Строительство ведется также по федеральному закону. Цены. Большие трехкомнатные квартиры 54 тысячи. Двухкомнатные квартиры 56. Есть 58. Однокомнатные от 56 до 60. Планировки, в принципе, все хорошие, адекватные. Есть маленькие планировки, есть планировки большие, до 50 квадратов, там, 36. Соотношение парковочных мест здесь к квартирам, примерно, какое хватит этой парковки? Хотя бы на 30%.
ну, около 50%, потому что комплекс малоэтажный, также он четырехэтажный. И, ну, в принципе, сейчас застройщики уделяют к этому больше внимания. Ну, во-первых, дом у нас находится не в какой-то центральной части города, и здесь как бы земля, во-первых, подешевле, да, во-вторых, ну, есть место, где ее поставить. А там просто ее тупо нету. Там у нас в основном в центральной части города это точная застройка, которая даже без какой-то дворовой территории. Также, кому подойдет этот дом? Цены примерно одинаковые, что в славянском доме, южном 2, что в клубном доме притяжения. Продажи также не открыты на этот комплекс, есть бронирование устное. И продажи тоже примерно, ну, как знаешь, это через неделю. Я думаю, через месяц здесь уже будут продажи открыты. В комплексе не так-то уже на данный момент много квартир, потому что, ну, сам знаешь, когда инвесторы заходят и все скупают. Как бы у нас Россия все для людей. То есть для людей самые выгодные варианты, то есть, конечно... Поэтому не отменяют потом скидки и все, потому что уже процентов 30-50 выкуплено в комплексе до начала строительства. Я тебе скажу, даже больше. Да, и в основном потом... Ну как, блин, вон горизонт, тот же самый горизонт. За 2 месяца выкупили все оставшиеся варианты. Сейчас продажи ведутся чисто от инвесторов. Здесь будет то же самое. По цене много, мало. Южный 2 по примерно такой же цене, который находится ближе к общедоступной инфраструктуре. И, ну, единственный минус, конечно, у него это заправка посередине комплекса. Ну, не посередине, перед комплексом. Ну, вообще он его, можно сказать, обнимает. Ну, как бы. Квартиры, в принципе, еще есть. Небольшой выбор, но есть. По выбору планировки, по выбору вида из окна, звоните, телефончик мы оставим. В принципе, мы показали на квадрокоптере, вы увидите территорию Южного 2, территорию клубного дома притяжения, и захватим немножечко территорию Южного. Также вскоре поедем в какой-нибудь определенный район, выберем и покажем там стройки и покажем какие-то готовые, ну, более-менее новые современные дома. И также еще раз напомню, что сейчас цена в стройке с котлована примерно такая же, как и в, ну, почти готовом или уже готовом доме. Поэтому тебя так и бомбит, ты не можешь их начать продавать, не можешь... Да, блин, как... ну вот смотри, раньше мы покупали квартиры там 38-40, ну 45 была, ну как на бы котловане. Цена такая, да, ну такая вот, ну она прям самая огромная была на котловане, 45 тысяч. А готовое жилье стоило 60. И как бы ты знал, к чему ты идешь. Ты берешь на котловане, знаешь, насколько у тебя квартира вырастет, и знаешь, что скоро повышение цен. Сейчас готовое жилье примерно по 60, и стройки начинаются по 60. То есть зачем инвестировать в строительство, которое можно взять готовое? Готовые в любом случае вскоре подорожают, потому что новостройки стоят так же, как готовые. И то есть это... ты хочешь посоветовать людям брать сейчас готовые, там, где по 60, грубо. Ну, это выгоднее. Да? Это выгоднее. Единственное, что, если вы, конечно, хотите прям именно определенно этот комплекс, комплекс будет четырехэтажный, да, там будет хорошая территория, комплекс будет современный, если у вас душа лежит именно к этому комплексу, да, хорошо, возьмите этот комплекс. Если нет, Южный, первый, горизонт за ним тоже строится, но... Блин, он в городе, и цена сейчас там, ну, 54 тысячи за квадратный метр. Сейчас могу показать, вот видите, вот люди идут, это не дорога, а вот туда дальше, вот столбы, где стоят, вот там находится эта улица Ленина. То есть довольно-таки приятное удаление от шума дороги, на самом деле, да. Вот ты говоришь, там в городе стоят, то здесь, ну, как шум будет чуть города больше, в любом случае. То есть это такой же выбор. Хотите потише, можно вот сюда в спальные районы, так сказать, залазить. Хотите, говорится, более доступно, то туда. Ну, вот мне помнится момент. Просто вот когда вот Спектр строили, Спектр Стройград, вот этот, который маленькие напротив нас. Домики, да? Да, и цены были 30 с копейками тысяч. Ну, да, настолько скачок ценовой был в Анапе, то есть почти в 2 раза. Почему?
он произошел, потому что появился спрос на недвижимость, потому что за 2018 год небывалое количество людей, небывалое количество сделок было по недвижимости. И, естественно, спрос все ждут еще увеличения, короче. Да, предложение не переросло спрос, потому что если такое случится, то, естественно, квартиры не будут покупать, естественно, дома будут задерживать еще больше. Будет не то, что задерживать, будет недострой, потому что на что им строить, если квартиры не покупают. Если это, конечно, случится, то это будет не очень хорошо на рынке. И поэтому я всегда советую, выбирайте застройщиков с проверенной репутацией, которые в силах построить на свои денежные средства дом. Хотя бы 70%. И все. Либо берите уже в готовом, либо подходящем к сдаче. Еще раз напомню, пока там цена такая, так же, как и в новостройках, то лучше взять там. Все, огромное спасибо за антирекламу. Всем пока-пока. Всем пока.